Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. На работе завал или ты заблудился в лесу? Знай, скука такая штука, она никому не к лицу. Так что не будем грустить и послушаем о погоде на 22 мая в Архангельской области. В Котласе плюс 27, малооблачно, дождь и гроза, ветер сильный. В Плесецке уже не так жарко, но также возможно гроза, плюс 19, ветер слабый. В Вельске 22 градуса, облачно, небольшой дождь и ветер умеренный. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром в нашем городе плюс 13, пасмурно. Дождь, ветер слабый. Днем температура воздуха 16 градусов. Тоже пасмурно и дождливо. Умеренный ветер. И вечером в Архангельске плюс 13. Малооблачно, возможен дождь, ветер слабый. Ну и как же без этого? Pardon me, boy, is there a Chattanooga choo-choo? Track 29, you're gonna give me a shine. До встречи на телеканале ПС.